это будет не объект, да, вот, который, как у нас сейчас ставят, там кто-нибудь деньги заплатил, тут у нас швейная машинка, пожалуйста, тут памятник нам осталось гинекологу поставить вообще посередине в центре города, потому что абсолютно вкусовщина, то есть все, что ставится у нас на сегодняшний день, это абсолютно чья-то вкусовщина. Терешкова Анна Васильевна родилась в Новосибирске, окончила медицинский институт по специальности врач-педиатр. В 2001-м открыла первую в Новосибирске частную галерею «Старый город». Принимает активное участие в творческой и общественной жизни. Занимается благотворительностью. В 2010 году вместе с мужем Дмитрием создала Сибирский центр современного искусства. Входит в Общественный совет при Министерстве культуры России и Федеральный комитет партии «Гражданская платформа». В браке 20 лет, мать 5 детей. Давайте поговорим об некоторых итогах ушедшего, уходящего 2013 года. У меня такой вопрос. Где-то год назад началась такая кампания, ну, скажем так, атаки на современное искусство. В частности, выставка «Родина» подверглась гонениям, потом были проблемы с Министерством культуры. Сейчас, по вашим ощущениям, как этот период кончился или... Нет, он не кончился, он находится, наоборот, в такой как бы латентной фазе, потому что никто не может определиться. То есть идет какая-то борьба оппозиционеров с администрацией, государственников с оппозиционерами, современного искусства с консерваторами, консерваторов с современным искусством. Самое интересное, что наверху как-то все зависли. Вы же видите в последнее время, да? Такие консервативные абсолютно выходят законы, а развитие, современное искусство – это все-таки развитие, это передовые технологии, это то, что должно развивать как бы любую страну. И в сегодняшний момент мы видим, когда у нас установлен курс на консерватизм, мы понимаем, что, естественно, современное искусство никто не будет особо поддерживать. Но в то же время без него все понимают, что это тоже невозможно жить. А мы понимаем, что мы должны быть умнее на сегодняшний момент, чем все остальные, потому что мы хотим этим заниматься. Мы понимаем, что это нужно там, нашему городу, нашей стране, и сделать как-то так это все более-менее в каких-то рамках, чтобы ну, сильно не вызывать больших споров, как это постоянно происходит. Ну, что делать? Выставка, кстати, «Штаты Сибири», она была сделана именно для того, чтобы показать лучших художников Сибири, собрать их в одном, как бы, в одном контексте, да, в одной выставке, провести эту выставку по всем городам, там, Новосибирска, показать ее. То есть она была в Москве, она была в Питере, она была в Томске. Она сейчас готовится вот на следующий год, например, будет Латвия, культурная столица Европы. И вот вместо того, чтобы поддерживать вот это, вдруг эту выставку обвиняют в сепаратизме. То есть какой-то по НТВ, я такая смотрю на это, думаю, ну понимаете, ну это смешно какое-то. То есть вообще... Ну а разве в этой выставке нет элемента провокации? То есть, она провоцирует больше обратить внимание именно на сибирских художников. То есть здесь абсолютно просто показан срез именно сибирских художников, именно направления, в которых они работают. И для того, чтобы просто это обозначить как сборка сибирских великолепных современных художников, была названа так выставка именно по названию одной из работ Дамира Мурата «Соединенные Штаты Сибири», которая была сделана еще лет 8 назад. Вообще. Ну, как я понимаю, смысл современного искусства – это вот, ну, такая в хорошем или в плохом смысле провокация. То есть если есть Это не провокация. В обществе тренд, скажем, там безумный какой-то, то ну, современное искусство доводит его до абсурда и показывает, ну да, там, вы боретесь с сепаратизмом, давайте, вот вам Соединенные Штаты Сибири. Ну, скорее всего, знаешь, вот здесь вот, я бы не сказала, что это вот просто художники, они, знаешь, вот как медиумы какие-то, понимаешь, они чувствуют вот настроение действительно общества изнутри, то есть это вообще настоящий художник, это человек предвидящий, да, это как хороший ученый, это человек предвидящий что-то, то есть он еще не понимая даже что. А вот вспомни, да, там всех Циолковских, все, то есть они говорили о чем-то, пока еще не понимая, как это вообще в результате, может это вообще когда-нибудь сбыться или не может. То есть как бы хороший ученый, великолепный, он чувствует, об этом говорит, но еще не понимая, как это воплотится. Также и художник, он просто чувствует, что-то вот в обществе находится, об этом делает свои работы, и он даже иногда не может их как бы обозначить, что это такое. Ну вот был этот тренд закручивания гаек, фильмы по НТВ, в том числе, где... вас да показали как тех, кто хочет расчленить Россию в списке. Вот сейчас какое ощущение? То есть сейчас это ни туда, ни сюда не движется. То есть дошло до какого-то уровня и зависло, да? Но сейчас опять... То есть до конца же не додавливают? Нет, не додавливают, потому что сейчас новый тренд. Поддержка Сибири, Дальнего Востока у нас, развитие Дальнего Востока, Сибири. И вдруг все люди, которые вот на нас понимают, что в принципе-то они говорили про Сибирь, что она должна существовать, что они имеют право, существовать сибирские художники, какая-то даже идентификация себя именно как сибиряков, это же тоже правильно. Почему
Мы не можем себя говорить о себе, что я сибиряк. Но это же абсолютно нормально. Москвич почему-то может говорить, что он себе москвич, да? Ну, потому что Сибирь, казна России находится. А живут тут сибиряки. Да. Если что, то как бы казну-то никто не хочет терять. Да, нет, но здесь на самом деле смешная ситуация, потому что вот, я просто разговаривала с художниками, мне было интересно. Говорю, ребята, вот кто-то из вас задумывался вообще, когда об этом каких-то там сепаратистских? Он говорит, да никто не об этом не задумывался. Просто есть самоидентификация, именно попытаться понять, что такое есть характер сибиряка и какой он есть. Давай поговорим о другой твоей ипостаси. Это партийная деятельность и деловое сообщество Новосибирска. Вот у меня такой вопрос, а деловое сообщество в Новосибирске существует? То есть существует такое понятие, как там интересы бизнесменов? Или каждый сам по себе? То есть, ну... Знаешь, мне кажется, что деловое сообщество существовало, существует и будет существовать, потому что это вот те корни любого города, да, которые... Вот если они говорят, что мы здесь живем, мы здесь работаем, и мы хотим, чтобы наши дети жили здесь, они для того, чтобы выжить, для того, чтобы здесь жить, работать, чтобы их там заводы, предприятия существовали здесь, они должны объединяться для того, чтобы совместно отстаивать какие-то свои... Ну вот какие? Потому что, ну, например, не секрет, что существенные проблемы для делового сообщества в России в целом являются, ну, скажем так, рейдерские захваты, которые производятся с помощью силовых органов. А в таких конфликтах с одной стороны какой-то деловой человек, а с другой стороны тоже какой-то деловой человек. То есть один пользуется, другой от них отбивается. А деловое сообщество в целом там, ну, пытается как-то... Ну, ты знаешь, вот я бы сказала, что вот очень хороший знак. Как бы мы о нем ни говорили, да, то, что отпустили Михаила Ходорковского. Вот для делового сообщества это действительно очень хороший знак. Мы можем говорить, почему это, под Олимпиаду, под имидж. Но даже если там наверху задумываются об имидже, это уже хорошо. Значит, там есть... Значит, не совсем пропащие. Да, не совсем пропащие. И для этого это очень хороший знак для делового сообщества. То, что люди задумываются об имидже, о стране, о городе. Для того, чтобы все-таки хотя бы создавать имидж благополучия, да? А для того, чтобы создавать имидж благополучия, нужно, чтобы именно были как бы основа города, именно бизнес, за который, извините меня, от чего развивается, да, город, инвестиционная привлекательность. А это и есть имидж. И бизнес в том числе создает этот имидж. То есть культура, бизнес, наука – это вот, извините меня, столпы. Поэтому здесь просто, как я всегда говорю, нельзя убивать дойную корову, потому что никто не будет давать молока. Ну, если у бизнеса есть интересы, то мы их, по крайней мере, не видим в публичной сфере. То есть я не припомню такого, чтобы бизнесмены в Новосибирске сказали, нам мешает в Новосибирске работать то-то и то-то. Новосибирск, он что, где-то живет на Марсе? А ты видел где-нибудь в России, чтобы это было, происходило? Даже в таких сильных городах, там, как Питер и Москва, чтобы объединились бизнесмены и сказали, что вот мы так хотим. Давай мы живем не отдельно город. Где-то. То есть, мы третий город России. Существует все, существуют различные критические ситуации. Да? Ты видел, например, ситуацию, когда выборы Навального были в Москве, как поддержал бизнес. Ну, опять же, независимый, малый, потому что он не зависит от администрации. Который может убежать в любой момент. Который может убежать в любой момент, понимаешь? А поэтому мы видим, опять же, по этим выборам, что бизнес готов, но только тот, который, извините меня, на старте. А тот, который здесь вот действительно корни, у которого здесь работают рабочие, извините меня, в этих условиях, этого просто не может сделать госслужащий. Он же не может выйти открыто сказать, что мне не нравится, как у нас руководят, например, там, здравоохранением. Потому что он завтра будет уволен, он потеряет работу. Но в одиночку не может. А если все врачи выйдут и скажут? Ну, понимаешь, как бы, здесь ситуация уже как бы гражданского общества, а ты понимаешь, в каком как бы зачаточном состоянии это все находится. Можешь сказать, что в Новосибирске надо было бы изменить, чтобы улучшился имидж города? Ну, я надеюсь, что многое там, например, изменят там, с выборы мэра. Именно даже не столько, какой мэр будет, да, но я надеюсь, что это будет ярко интересная предвыборная кампания, которая хотя бы взорвет немножко вот этот вот болотце, и выйдут какие-то яркие люди, которые уже не могут называться так больше сидеть и смотреть на это все безумие. Потому что, видишь, как бы, это вот, ну, есть понятие активность, да, то есть такая массовая реакция на что-то. То есть, когда человек живет вот в этом, он говорит, ну и ладно, ну я здесь живу, ну что я здесь могу поменять? А когда идут все-таки какие-то вот такие массовые активные вещи, там, хотя бы брожение какое-то, то тогда проще на это реагировать, и человеку проще себя сорвать, так скажем. А партия Прохорова будет выдвигать кого-нибудь? Но мы думаем, мы сейчас, во-первых, запускаем проект, значит, на сайте. Мы запускаем проект, который образно будет называться там «Народный мэр». Житель Новосибирска мог бы зайти на этот сайт,
и выбрать для себя параметры, которые он считает должны обладать, которыми должен обладать мэр. И уже образ вот этого мэра, буквально там через 3 месяца, такой будет определенный параметр, который... Можно заранее сказать. Высокий, красивый, умный, честный, ответственный. Какие еще могут быть параметры? Никто же напишет ставленник олигархов или член Единой России. Почему? Нет, будут определенные параметры, которыми считается, то есть должен обладать, да, вот мэр. И плюс еще параллельные комментарии людей, которые считают, какими именно дополнительными качествами должен обладать. То есть, и мы хотим посмотреть, то есть у нас достаточно большой выбор людей, которые бы могли пойти на выбор. Но мы считаем, что все-таки мы должны прислушаться к мнению людей, которые. У которых есть определенный запрос на качество человека. Твоя общественная деятельность сейчас в данный момент это в основном современное искусство или еще? Понимаешь, я вообще считаю, что, во-первых, то, что занятие культурой, да, и то, что ты знаешь, что последний раз произошла ротация, то есть теперь партию возглавляет Ирина Дмитриевна. Я вообще этому рада, потому что я считаю, что без развития культуры вообще развитие страны невозможно. Потому что в первую очередь надо развивать культуру во всем. Это культура в образовании, это культура в бизнесе, это культура в обращении. Это, то есть, не искусство как таковое, да, а культура во всем. И без развития культуры как таковой в разных ее направлениях невозможно вообще развитие любого общества. И поэтому я занимаюсь искусством и плюс культурой. Мне это очень нравится. И хорошо, и что ты хочешь увидеть в этой сфере в Новосибирске, в следующем году? Понимаешь, здесь многие вещи, которые, конечно, зависят от нашей администрации, но то, что мы стараемся делать, мы стараемся делать. То есть у нас есть и фонд поддержки современного искусства. Многие люди занимаются разными вещами. Кто благотворительностью, кто еще чем-то. Ну, многие люди не афишируют. У нас есть, например, фонд «Живи», тоже, который сейчас недавно у нас прошел благотворительный аукцион, было собрано порядка 9 120 000 рублей. А этот фонд патронирует наш новосибирский детский онкодиспансер, на который делаются операции, которые, к сожалению, не может закрыть наша администрация. Просто нету государственных квот на какие-то вещи, да? Это развитие, то, что я говорю, современного искусства. Это поддержка различных тоже фондов. Мы же много делаем. То есть мы работаем например, фонд имени памяти Володи Женова. Да, мы с ними сотрудничаем, но мы же тоже не кричим. Они не кричат на каждом углу, да, что мы сотрудничаем и постоянно находимся в таких. Мы пытаемся вкладываться в проекты и делать проекты, которые называются направлены в завтра. То есть это не сегодняшние, да, на потребу просто. Вот надо кошечек показать. Да? Давайте кошечек покажем, всем будет хорошо, да, и весело. Мы занимаемся проектами, которые направляют людей завтра. Если хочешь, это даже немножко связано больше с развитием молодежи, потому что у них именно гибкий ум, и они сегодня смотрят, оставаться здесь и иметь какую-то перспективу, да, или все-таки смотреть на Москву, на Запад, как, к сожалению, сейчас происходит. Вот наша задача заинтересовать молодежь, оставаться здесь, творить здесь. Давай про итоги года все-таки. То есть назови, пожалуйста, парочку событий наиболее важных в этом году. Помимо того, что я возглавляю здесь Новосибирский центр современного искусства, я же возглавляю еще сибирский филиал Государственного центра современного искусства. Я вчера буквально приехала с научного совета. И поэтому, конечно, планов, я могу рассказывать много, но, наверное, два основных проекта, которые мне очень нравятся, которые мы сделали по фонду и по центрам. Это первый, конечно, выставка «Соединенные Штаты Сибири», которая стала очень резонансной, которую узнали во всей стране, во всем мире. На следующий год под патронатом Министерства культуры Российской Федерации эта выставка будет показана в Лондоне. Это для нас очень большая заслуга, что мы смогли красиво, смачно, извини меня, показать современных сибирских художников. НТВ помогло в этом? НТВ, кстати, сработало. После этого Слонов вообще просто у нас теперь звезда с Дамиром Муратовым. То есть ребята вышли на другой уровень, так скажем. Во-вторых, конечно, наш проект поставить в Новосибирский объект городской среды русского авангарда имени Лисицкого. Это вообще международный проект. То есть, когда мы его заявили изначально, объявили первый конкурс, к нам съехались профессионалы не только с России, но со всего мира.
Вот я сейчас была на открытии очередной выставки в Эрмитаже, где получила полностью поддержку еще и Третьяковской галереи, что они нам будут помогать в этом проекте. Это, конечно, и поддержка, то есть различных зарубежных фондов, потому что мы заявили проект, который является просто международного уровня. То есть они даже удивляются, как мы здесь его в Сибири вдруг сделали, а никто его не решился делать там ни в Москве, ни в Петербурге, а именно вот здесь вот в Новосибирске. И вот сейчас мы будем объявлять уже второй этап конкурса, который, я надеюсь, вот при поддержке нашей администрации, как бы, потому что здесь нужно, конечно, определенное сотрудничество, мы здесь не можем. А этот объект, он что из себя будет представлять? А это будет, понимаешь, как бы, это будет живой объект, то есть на котором, например, летом будут проходить какие-то фестивали, то есть небольшие. То есть это будет такой, знаешь, как бы уличный летний театр, но который будет сделан именно в стиле как бы русского авангарда. Это не должен быть монумент, потому что авангард – это все-таки направленный вперед, авангард – это развитие. Установка любого монумента – это как бы память о чем-то. А мы хотим сделать такой объект, на котором как бы смотрят в будущее. Это место, на котором, например, современные поэты или молодые поэты смогут читать свои стихи, музыканты смогут исполнять свою музыку, там, может быть, там художники показывать свои летние, там какие-то делать выставки. То есть это именно такое живое место, которое, мне кажется, нам в Новосибирске очень не хватает. А место уже определено? Место, да, определено. Это сухой фонтан рядом с театром «Глобус». Конечно, третий этап – это уже когда горожане сами будут выбирать, то есть какой объект из представленных международных, который выберет жюри, там, например, несколько проектов, которые, ну, жюри считает суперпрофессиональные, очень хорошо бы подошли, да, вот именно профессионально. Мы сделаем открытый конкурс уже, который просто где-то в Новосибирске, в центре города, мы сделаем такую выставку, чтобы горожане сами могли проголосовать, какой из этих проектов они считают более как бы достойным находиться в Новосибирске. Это будет не объект, да, вот, который, как у нас сейчас ставят, там кто-нибудь деньги заплатил, тут у нас швейная машинка, пожалуйста, тут еще памятник нам осталось гинекологу поставить вообще посередине в центре города, потому что абсолютная вкусовщина, то есть все, что ставится у нас на сегодняшний день, это абсолютно чья-то вкусовщина, то есть нету конкурсных работ именно серьезного уровня, хотя бы на уровне российских. Во всем, что мы делаем вообще в городе, вот, наверное, что ты говорил, что бы ты хотела исправить, чтобы пришли профессионалы. Понимаешь, чтобы везде работали профессионалы, потому что с профессионалом всегда можно говорить на одном языке, профессионал с профессионалом. А когда нету профессионализма, это самое страшное, вот тогда начинаются вот швейные машинки. А кому вообще нужны ваши объекты современного искусства, если у нас люди живут от получки до получки, думают, как бы быстрее добраться до дома, накормить детей и упасть в... Ты знаешь, вот есть понятие визуального восприятия, да? Вот человек иногда обучается чему-то, просто проходя мимо каких-то объектов. То, что находится вокруг нас, должно нас облагораживать. То есть пробегая вот мимо какой-то выставки, да, или мимо вот этого объекта, который мы собираемся установить, мне кажется, человек, знаешь, как бы просто глазом цепляется за эти вещи. Это то же самое, знаешь, вот если вот, может быть, сравнение с Европой, может быть, не очень правильное, да, или даже с Питером. Когда ты идешь по Питеру, когда ты рассматриваешь эти дома великолепные, да, ты просто начинаешь это внутреннее какое-то образование, у тебя повышается все равно твой культурный уровень. Это визуализация происходит того, что находится вокруг нас. А серость, она заставляет внутри нас быть тоже серыми. До тех пор, пока у нас вокруг нас не будет ярких красок, у нас никогда в душе не будет ярких красок. И деньги, как ты знаешь, никогда счастливыми никого не делают. Вспомни наших даже родителей, когда ни у кого не было денег, но люди были гораздо счастливее, потому что не было понятия как раз у денег. Отсутствие понятия «мало зарабатываешь, много зарабатываешь». Да? Все примерно зарабатывали одинаково. Но была более внутренняя насыщенная жизнь, и люди ее сами насыщали, она была более активной. Конечно, мы можем сравнивать там с 90-ми годами, да, когда вообще народ, даже люди вообще в театр даже перестали ходить. Потому что действительно была просто полная там нищета. Но сейчас при нашей как бы такой определенной стабильности мы можем себе позволить заниматься уже все-таки и душой.